Друзья, маленькая информация, немножко о еде. Всю часть не принесли, но ждать уже варианта нету, пока они вторую часть принесут, здесь с ума сойдем. Это ризотто и вот этот болгарский национальный салат, как он называется? Шопска, да. Стоит сколько цены здесь? В общем, здесь примерно, я так понимаю, что это за... 3,5. 3,5 чего? Лев. А это сколько? Это тоже. Шопска. Тоже 3,5? Ну, примерно получается 3 евро вместе получается. Да. А вот этот пол-литра айрана здесь стоит 2,5, да? Тоже получается 1,5 примерно евро. То есть за 5 евро примерно можно поесть вот в таком вот ресторане в центре вот этого города. О, подоспели, ага. Спасибо. Что, друзья, пока все. Выключаемся, смотрите обзор ТВ, двигаемся в Солнечный.